2008 год для подводных охотников знаменателен двумя событиями. Первое событие – это европейского уровня, 7-я Лига чемпионов, которая будет проходить в Греции. Второе соревнование – это чемпионат мира, который будет проходить в Венесуэле. Так как первое предстоящее соревнование будет проходить в Греции, я был приглашен своим другом, президентом Лиги чемпионов, 12-кратным призером, 12 раз вошедшим в национальную сборную Греции Манолисом Перистерисом. Сразу после встречи в аэропорту мы сразу же направились в его семью. Манолиса дом можно было увидеть издалека. Стоит лодка, знак на стене подводного охотника. Вот, друзья, мы прибыли в город Галац, где проживает Манолис Перистерис. Сразу видно, где он живет. Его рабочая лодочка, на которой он ныряет здесь. Пойдем в его семью посмотрим. Вот наконец-то мы находимся в доме Манолиса Перистериса. Welcome in my house. Президента Лиги чемпионов, моего друга. Это его семья. Семья очень большая, 5 детей. Вот. Манолис сам христианин, православный, христианской веры нашей. Очень интересный. Добродушный человек. 4 сыночка и лапочка. Вот они, красавцы. В доме сразу было видно много икон. В глаза бросаются его награды, так как Манолис 12-кратный чемпион Греции. 12 раз уже входит в состав национальной сборной. Очень большое изобилие наград, дипломов. Это говорит о его действительно профессиональном уровне в подводной охоте. Учитывая то, что в этом году проект Лиги чемпионов у нас совместный, я приехал для того, чтобы обсудить детали проведения этих соревнований. Также посмотреть на новинки снаряжения для подводной охоты, потому что прошлый год показал уже пройденный этап прошлых соревнований, показал, насколько мы, наша команда, да и не только наша, но и российская сборная, были не подготовлены для этих ныряний. Сегодня мы уже понимаем, какое нужно снаряжение для подводной охоты в глубине. Сегодня мы понимаем, какие нужны ружья для подводной охоты. Сегодня мы понимаем, какое должно быть снаряжение, начиная от гидрокостюмов и заканчивая ластами. И нуждаясь в том снаряжении, которое нужно для этой охоты, для этого моря, наша поездка началась не с соревнования, а именно с экипировки нашей сборной. Первая наша поездка была в известнейший в Греции, в Афинах, магазин XX1. Магазин этот славен не только тем, что он продает подводное снаряжение, но они и сами изготавливают, имеют свой завод по изготовлению гидрокостюмов, также ласт, лопастей. Анакс XX1 ласты – это самые лучшие ласты в Европе, именно для глубинной охоты. Ласты эти подбираются по весу, учитывая вес спортсмена, также учитывается в костюме, в котором он ныряет, то ли это 3 мм, то ли это 3,5 или 5 мм. Учитывается вес грузов, которые цепляет подводный охотник на себя. И подбираются тестирующие ласты согласно жесткости, то есть очень правильный подход в этом направлении.
Лопасти ластры должны быть мягкие, как у рыбы плавник. Я задавал вопрос Манолису, почему они такие мягкие? Он мне задал вопрос совсем другой. А какой у рыбы хвост? Я говорю, мягкий. Говорит, а тело? Я говорю, жестко. Вот так вот и у тебя, как у спортсмена, должны быть ноги жесткие, а лопасти, ласты должны быть мягкие. И действительно, ласты очень хорошего качества и достойного внимания. В прошлом году мы уже обращали на это внимание, на эти ласты. Мы бы приобрели лопасти, но калоши мы подбирали, каждый спортсмен из украинцев, Козленко, Сергей, Рома, Федош, да и я, привыкли к определенной калоши, которая непосредственно продаются в нашей стране. То есть это калоши или Пикассо, или Бюша. Но сегодня греками изготовлена новая калоша, Паташ, это Анджел, это хозяин этой компании. Он еще производит подводное оружие хорошего качества и является спонсором национальной сборной на поездку на чемпионат мира в Венесуэлу. Это новые калоши, только сейчас принесли. Профьюзер. Первые? Первые. Мистер Пафос. Это господин Пафос. Анджело. Анджело Михайлопулос. Он... Пафос. Пафос. Он, посмотрите, какие калоши должны быть. Это не наши. Пикассо. 470 грамм. Посмотрите, что с ними можно сделать. Их можно скрутить. Это уникальная калоша. Это вообще ничего не весит. Так как были в наличии калоши для наших спортсменов, сразу же греки нам обули их, приделали лопасти. Вот, и вот так вот приобретены были нами новые ласты. В прошлом году нами были приобретены дорогие оружия. Это системы Blu-Tec и Trians. Я приобрел для нашей сборной 120-ку Blu-Tec-овскую и Trians 130-ку. Но на сегодняшний день, как бы действительно, это оружие дорогие. Они порядка 900-1200 евро стоят. Но они именно для определенной охоты. То есть это выстрел с дальней дистанции, где-то до 10 метров. Это рыба синагрида, та рыба, которая не подпускает охотника к себе, или наоборот, охотник в ожидании ждет, когда эта рыба подойдет. Были выбраны ружья ниже ценовой политики, потому что эти ружья для индивидуального такого подбора, для каждого охотника, нам нужно было выбрать ружья рабочие для команды. Как Манолис говорит, ружье должно быть рабочим. То есть я понадеялся на советы своего друга, тем более чемпиона Греции неоднократного, Манолиса Пересериса, с каким ружьем сегодня, с какой маркой модели ружья он сегодня охотится. Обращалось внимание на рукоятки ружей. Уважаемые телезрители, обратите внимание, для подбора изготовления ружья на определенном заводе есть специальный пластилин, который вылепливают под вашу руку непосредственно ложево, как должна рука быть на рукояти. И потом вы делаете заказ, и вам изготавливают вот такое ружье под вас, индивидуальное, под вашу руку. Так как мы привыкли охотиться ружьями пневматического боя, нам было интересно узнать, как же подбирается резина для этих ружей резинового боя. Где греки мне рассказали, если ружье это 70 сантиметров, берется опять же длина гарпуна зацепа возле рукояти последняя, также заканчивание ружья непосредственно самого ствола. Делится это все на плотность резины, умножается на 2. Exactly, he's.
Вот это, который даже. Мы решили сегодня в прекрасный хороший день, безветренный, выехать на охоту с Манолисом Перестерисом. Попробуем новое снаряжение, приобретенное для команды сборной Украины. Посмотрим еще и покажем вам технику охоты Манолиса. По дороге на охоту подводную мы, естественно, не могли пропустить фабрику по изготовлению известнейших ружей «Тикси». Дорогие друзья, мы находимся на фабрике изготовления оружия Тексия. Тикси. Вот такая вот мини-фабрика, которая делает эти известные ружья. Эти ружья нашего любимого спортсмена греческого, его приоритет отдается этим оружием. Эти ружья специально для специальной охоты, для дальнего боя. На таких же, опять же, шрыпках синагрида. Манолис, владелец ружья этого, уже на протяжении 15 лет. Это первое ружье, даже на ружье написано номер один, Манолис Перестерис, которое было изготовлено непосредственно в Греции для Манолиса Перестериса. Венесуэла, I'm coming. Венесуэла? Этим ружьем он до сих пор охотится, и на сегодняшний день он считает это ружье самое лучшее в своей коллекции ружей. Также есть размеры не только, там 115, есть и 90. Обладателями подарка мы стали, наша сборная. Григорий, пост этого изготовления, подарил на сборную Украины вот это ружье. Ружье мы заказали для себя, для нашей сборной, и я считаю, что на сегодняшний день это действительно лучшее ружье не только в Европе, но и в мире. Команда сборной Финляндии охотится с ружьями тиковскими. Петрош. Также мы заехали к другу Манолиса, известному человеку по изготовлению подводного снаряжения Костаса. Костас является изготовителем не только для ружей катушек, но и грузов и всего остального снаряжения, непосредственно касающегося подводной охоты. Вот новая система катушек, которая для нашей сборной Украины сегодня уже сделал Костас. Костас придумал конструкцию, которая действительно подвергается дальнему переезду
В прошлом году мы перевозили свои ружья, и у нас просто катушки были отломаны. Здесь катушки закреплены очень прочно. Костас готовит на сегодняшнюю охоту нам ружье. 2-миллиметровый линь, так как здесь рыба крупная. Меньше линя здесь не надо. Это ружье, которым будет сборная Украины выступать на Лиге Чемпионов, а также на чемпионате мира в Венесуэле. Обратите внимание, учитывая то, что здесь есть такая рыба, как рофаш. Рофаш, большая рыба, которая здесь. Это доставать. То есть также гарпун доставать. Гарпун, yes. Точно так же есть рофаш. Убил рыбу, убил, убил, достал. Пожалуйста, вот конструкция очень интересная. Нашим умельцам на заметку. Специально предназначена для буя. Точно так же Коста сделает вот такие вот заряжалки. Тоже все запатентовано. Мы можем обратить внимание. Есть патент. Обратите внимание на вот эту конструкцию. Эта конструкция специально сделана для ружья. Манолис сейчас покажет. Do the gun? Gun. Ага. Gloves here. Okay. Ага. Это груз. Закручивается, да? Заряжал. Вот нам Костас рекламирует. Ага. То есть груза, смысл в чем? Закруток. В том, что эти груза потом по поясу не двигаются. То есть, как вы зафиксировали, так он и... А ну, опусти его вниз. Good, good. Вот еще один груз, который, как у нас называется, прицепливается к буйку. Да, и в случае буйка нахождения рыбы скидываешь груз и уходит. Меня, побывавшего в Греции, поразило, насколько быстро идет развитие в изготовлении подводного снаряжения в Греции. И это дает им право быть первыми сегодня в мире по изготовлению непосредственно подводного снаряжения для подводных охотников. Дело в том, что, дорогие друзья, пока я снимал, я не знал о том, что это все приготовлено для меня. Спасибо, Костас, за презент. Это презент для сборной Украины, для успешного выступления на всех чемпионатах. Спасибо, Костас. Вот так вот, 12-кратный чемпион Греции слаживает ружья для сборной Украины. Манолис Перистерис, Костас, для своего друга. Привет, друзья. My brother, Костас, my brother Oleg, all brothers. Братья. Вот такой вот человек, прекрасный человек, грек Костас. Очень большое внимание в Греции уделяется информации о подводной охоте, непосредственно в видеопродукции, в журнальной продукции. Манолис Перистерис является одним из авторов многочисленных статей в греческих журналах. Здесь статья Манолиса, прекрасная статья о рофаше, о технике охоты на него, каких размеров достигает эта рыба и точно так же, где, в каких регионах она в Греции проживает. Вот мы видим прекрасные экземпляры трофейные Манолиса. Вот тоже мы видим тиковское ружье Манолиса, застреленный группер, килограмм на 20. И здесь вот на последней странице мы можем уже наблюдать национальную сборную, которая будет выступать на чемпионате мира в Венесуэле. Греческую национальную сборную, где в состав ее входит мой друг Манолис Перистерис. Рядом мы видим тоже нашего хорошего знакомого
Яниса Сидериса, это известнейший подводный охотник. Манолис мне подарил журнал «Дип», где описывалась статья прошлой Лиги Чемпионов. Мы видим Сергея Козленко, Роман Федаш. Если перелистнуть, статья полностью посвящена Лиге Чемпионов 2007 года, это шестой чемпионат Лиги Чемпионов был. Мы видим нашу национальную сборную, также всех участников, которые принимали участие в этом чемпионате. После того, как было подготовлено снаряжение, сделаны ружья для подводной охоты, естественно, было желание попробовать их в действии, попробовать снаряжение, попробовать ласты, все то, что было приобретено ранее. И мне удостоилась такая честь поохотиться вместе со своим другом, с Манолисом, непосредственно в Эгейском море. В этом красивом, действительно красивом, где видимость свыше 40 метров, где очень хорошие экземпляры рыбы. Александр, это производство греческой камеры. Дело в том, что в Греции камера здесь Panasonic. В Греции очень пользуется популярностью этот бокс, потому что он очень удобный. Его крепление как руки, так же крепление может быть на голову, то есть на руку. Вот я приобрел такой в Греции бокс. Ну и у каждого уважаемого охотника греческого такой есть. Сама охота была в трех местах у нас. Первое место было для разныривания. Ну и плюс я хотел заснять Манолиса на охоту на такой вид рыбы, как сархас. Ну, в нашем понятии это зубарь. Вот. Мы разнырялись где-то до 20-25 метров. Естественно, сарга не было. Рыбы почему-то не оказалось. Мы немножечко углубились дальше в глубину, до 30 метров, в поисках уже рофаша. Это бурого группера, ну точно так же и white rofash, белого группера. В этих местах, где мы охотились, действительно эти места наполнены этой рыбой. На втором месте у нас тоже не оказалось рыбы, естественно, мы полезли в глубину. Сразу скажу, меня удивила подготовка. Манолис все-таки 45 лет человеку, насколько он подготовлен, как он ныряет, какие глубины он берет. Понятно, что этот человек один из сильнейших в Европе. Уважаемые телезрители, обратите внимание, как работают ласты эти. Какая гибкость у них. Это действительно хорошие ласты. Посмотрите на технику погружения Манолиса. Плавно, медленно, не спеша спортсмен погружается, свободно, паря, как в бездне, погружается и уже при погружении смотрит движение какое-то в глубине рыбы. Это очень глубокая охота, которая требует действительно специальной подготовки. На 40-43 метрах были обнаружены
скопление групперов, где Манолис тщательно изучал все места, заглядывал в каждую нору, где возможен. И в итоге мы нашли все-таки. С большим удовольствием следил за техникой охоты Манолиса, с большим удовольствием его снимал и ждал, когда же у нас будет этот замечательный трофей, который могли бы мы вам показать, телезрители. И вот, наконец-то, есть рофаш, самая известная элитная рыба в Греции. И вот она взята Манолисом, и что приятно, что взята из моего ружья с 85-кой Демки. На этой охоте было взято 4 группера. Я очень рад этой охоте, потому что действительно была охота достойная, тем более с трофеем, с таким прекрасным. Мы с хорошим настроением вместе ехали домой и уже думали, как же мы приготовим эту застреленную рыбку и поужинаем с ним совместно с его семьей в его уютном доме. Осьминожек. Вот хозяюшка наша. Манолиса жена. Дело в том, что Манолис православный человек, христианин. И среда, пятница. Он соблюдает пост, строго пост. Вот он рис кушает сегодня, подкосит. Ну, а я пройдусь по уке и по сегодняшней стрелянной рыбке. Спасибо ему, его дому, его жене. И красавице жене. Come in our home, and the Christos, and God bless you. Thank you very much. Для меня поездка в Грецию, как для капитана сборной Украины, как и для простого охотника, была очень полезна. Я увидел новинки снаряжения и точно так же приобрел опыт в технике подводной охоты.